вернуться домой, переодеться. Очень холодно. Нереально. 10 минут не выдержим. А меньше 10 минут гулять здесь — это бессмысленно. Вот какой жук с мусорки сделали. С пластика. Вон мусорные контейнеры, каски, трубы, куски. Туман. Марта. Туман. Анага. Смотри, нюхай, слушай и трогай. Son los tipos de piedras que hay para tocarlas. Что это справа? Un poco difícil. Погнали, погнали. Ай! Ай! Вот это... Ой-ой-ой. Как фильм ужасов. Можно приезжать и снимать. Не надо никакие декорации. Ступеньки сделали. Вот там спуск крутой, а земля влажная. Он не покатится тут. Здесь нужно смотреть. Куда смотреть? В дорогах вся в грязи. А, тут надо нюхать. Сыростью пахнет. А, это все, конец. Что-то не длинный маршрут здесь. Ну тут от цветы, да, тут что-то можно понюхать. Да-да, пахнет. Деревья пахнут, цветы. Это Ситроен C3. А теперь вопрос знатокам. Скажите, на Канарских островах, на острове Тенерифе, сколько будет аренда такой машины на 12 суток? 106 евро. 106 евро! За такие деньги это обязательно. Кто сюда прилетает, первым делом я вам просто советую, берите в аренду машину. Смотрите, какая улочка. Маленькие домики. Маленькие заборчики. Ухоженные, красивые. Спуск к океану. Вот здесь открыто. Можно зайти в гости. А это для машины. Круто, конечно, жить так. Просыпаешься и на пробежечку к океану. Ай, красиво. Кактус, пальмы. Я вот здесь почти неделю, и я ни разу не видел никакого корабля, никакой яхты. Вообще ничего нету. Крутяк, конечно, так жить в этом доме. Сзади горы. Впереди океан. Ну что, почти добрались. Дома все разных цветов. Марта, какие цвета ты знаешь? Тараконды. Цвета, колор. Какие цвета знаешь? Амарильо, верде. Ватрусу. Много цветов ты знаешь. Дверь такая маленькая. И окно странно. Прям возле проезжей части. Это... Первый самый большой минус на Канарских островах, особенно на острове Тенерифе, здесь очень быстро меняется погода. 2 часа назад я был в шортах и в футболке, сейчас я в штанах и в легком такой рубашке, и очень холодно. И все люди, вон, в зимних курточках ходят. Здесь нужно днем ходить в шортах, а вечером в зимней курточке. Это не шутки, я уже одубел. Вот, приехали в ресторан, который нам посоветовали. Он не для туристов. Здесь более местные собираются. Так что должно быть вкусно. Сейчас проверим. Сколько стоит? 14 евро. 7 шампиньонов. С крабом. — 16 евро. Кусок картошки с рыбой. По поводу ресторана, что можно сказать? Дизайн красивый, но еда совсем уже обычная и очень дорогая. И в конце оказалось, что люди, которые нам его посоветовали, прямые родственники основателя этого же ресторана. Поэтому нас обманули.